Я опять иду по звонку жителей. Вот сейчас, видите, все-таки они скосили траву, наши печенеги. А, ну вот, и начинается. Да, нет, незаконно. Выключай. Спасибо. Не надо это делать. Не надо это делать. Уезжай. Ты же знаешь, я не дам. Знаешь же. Вот когда раз в три дня будете поливать газон, когда сюда будет добавляться удобрение, когда здесь будет подсев травы, которые здесь вот пустоты, вот тогда может идти разговор о покосе. Это все 743-е постановление ПП. Можете так и передать. А пока нельзя. Вот когда я увижу надлежащий уход за газоном, вот тогда и может идти речь об этом. Это иду наблюдение, да? Почему же постоянно жители воюют, чтобы им не делали плохо, а? А вот и известный наш Андрей Орел. А я не знаю, почему у нас. У нас же печенеги. Половцы. Мы через силу-то все добиваемся, чтобы нам было хорошо. Хотя люди наняты нами для того, чтобы нам делать хорошо. Вот именно. Вот я про что и говорю. Пора вот наводить порядки. Спасибо за понимание, ребят.